На 8-м канале новости. Это значит, что ближайшие 30 минут посвятим основным событиям из жизни Владивостока. Меня зовут Павел Унучик, и вот о чем я и мои коллеги расскажем далее. Холодная весна – не повод отказываться от отдыха. Покажем, как в городе готовят пляжи к лету. Первая волна проверок на пляжах Владивостока о том, насколько готовы излюбленные места отдыха горожан к купальному сезону, расскажу я, Марьяна Симоненко. Южнокорейские акушеры приехали обучать владивостокских коллег, а получилось наоборот. Делегат из южнокорейской клиники прибыл во Владивосток, чтобы заключить важное соглашение. Какое, расскажу я, Наталья Ладудько. Школьные каникулы. Дети рады, а взрослым головная боль. Как вести себя на железной дороге, рассказали специалисты. Как сотрудники РЖД и полиции пытаются уберечь детей от несчастных случаев в дни школьных каникул, расскажу я, Алина Черненко. Также сегодня в выпуске плавающий график ярмарок на центральной площади. И еще расскажем о приморских автогонщиках, которые успешно выступают не только на внутренней арене. Но об этом позже. Сейчас о главном. Пляжи Владивостока готовят к лету. В том, что оно будет жарким, как минимум в переносном смысле, убеждены многие. Все-таки в пользу местного отдыха говорит экономическая нестабильность в стране. Поэтому к удвоенному наплыву отдыхающих надо готовиться с удвоенной энергией. Холодная весна – не повод отказываться от летнего отдыха. В этом убедилась Марьяна Симоненко. В это время года горожан погода не удивить. Циклоны один за другим накрывают Владивосток, но все же лето никто не отменял. И впереди пляжный сезон, до которого остается меньше месяца. Начало купального сезона в соответствии с постановлением главы города Владивостока у нас определено с 15 июня текущего года. Значит, в этот промежуток времени землепользователи должны привести порядок свои закрепленные пляжи, провести мероприятия, связанные с очисткой акватории, провести водолазное обследование дна. Значит, должен быть подготовлен соответствующий акт приемки пляжей к эксплуатации государственной инспекции по маломерному судоходству. Всего на территории Владивостока 13 пляжей, где разрешено купание. Все инспектирует специальная комиссия, куда входят сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, городской администрации. Проверку уже провели на трех пляжах – в бухте Лазурная, на Санаторной и Чайке. Серьезных нареканий нет. Пока все в рабочем процессе. Но некоторые уже сейчас готовы принимать отдыхающих. Например, парк отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной. Каждый год мы сравниваем по мониторингу посетителей, увеличивается в разы. То есть пляж набирает, парк набирает там обороты популярности такие. То есть и в этом году мы ожидаем вообще еще чуть ли не там наплыв очень массовый людей, потому что именно иногородних много, наших мест, местных жителей. Сейчас здесь комфортно отдыхать. Мы все делаем, упор делаем на отдых именно с детьми, дышать воздухом, красиво, чистота. За последние два года парк Сергея Лазо стал излюбленным местом отдыха не только жителей Владивостока. Летом сюда ежедневно на электричках приезжают тысячи приморских туристов. Так что к новому наплыву посетителей в парке подготовились основательно. При подготовке к новому сезону работники парка учли пожелания отдыхающих. Появилось больше скамеек, детских площадок, раздевалок и туалетных комнат. Но самое главное, с этого года вход на территорию парка и доступ к пляжу бесплатный для всех. В начале июня все городские пляжи ждет еще одна, на этот раз контрольная проверка. До этого времени арендаторы должны провести акарицидную обработку против клеща, очистить морское дно и обеспечить места массового отдыха спасателями. Марьяна Симоненко, Андрей Макаров. Новости на 8-м. Как раз летнему отдыху мы посвятили бесплатное голосование. Чем ближе сезон отпусков, тем сильнее хочется отбросить дела и уехать на отдых. Однако не всем по карману заграница. Причина – финансовая нестабильность в стране. Сейчас туры в соседнюю Азию обойдутся в полтора раза дороже, чем в прошлом году. Поэтому многие приморцы обратят внимание на местные красоты. Именно поэтому нам интересно, а вы отдыхаете в Приморье? Если вы патриот, который изучает родной край, набирайте 249-88-06. Для тех, кого кризис не затронул, есть номер 249-88-07. В конце выпуска подведем итог и озвучим ваше мнение. А в продолжении темы финансов, отдыха и туризма попечительский совет Приморского отделения Русского географического общества обсудил свободный порт Владивостока. Глава города отметил, закон имеет огромное значение для развития краевого центра, в частности и
для всего Приморья в целом. Представители попечительского совета отметили значительное положительное влияние статуса «Свободный порт» на экономику и другие сферы жизни города. Напомню, в составе попечительского совета руководители и представители крупнейших предприятий Владивостока и региона. Кстати, эксперты рассмотрели также ряд других вопросов, среди которых празднование Дня города. Развитием Владивостока также заинтересованы наши соседи. Например, южнокорейские акушеры обучают приморских коллег. Специалисты договорились об обмене опытом. И эта мера скорее необходимость, ведь после лечения в Республике Корея жительницы краевого центра возвращаются домой. И тут возникает вопрос дальнейшей реабилитации. Наталья Ладудько увидела, как работают азиатские специалисты. Палаты и кабинеты третьего роддома господина Рю проводят как гостя, но делегат из Южной Кореи здесь не ради экскурсии, а с деловым визитом. С этого дня Владивостокский роддом официально сотрудничает с сеульской клиникой ЧИИЛЬ. Медицина Южной Кореи у приморских пациенток пользуется большим спросом. Многолетний опыт корейских врачей в сочетании с современными технологиями порой творят чудеса. Мы же знаем, что пациенты едут в Южную Корею, но когда они приезжают оттуда, они остаются, в общем-то, ищут специалистов здесь, в городе Владивостоке, кто бы мог продолжить это лечение, да? Ведь некоторые протоколы, некоторые методики отличаются, российские, допустим, и корейские. Мы бы хотели помочь и этим пациентам в плане реабилитации. Для этого роддом будет отправлять специалистов на стажировку, проводить совместные семинары и мастер-классы, обмениваться медицинскими технологиями. Но сотрудничество это далеко не одностороннее. И корейским коллегам есть чему у нас поучиться. Наша дальневосточная медицина тоже известна своими методиками, современным оборудованием и, конечно, уникальным персоналом, который помогает пациенткам обрести радость материнства. Большинство пациенток доверяют отечественным клиникам. В родном городе и стены помогают. Видимо, так решила и мама Елизаветы, здоровой девочки весом почти 3 килограмма. Наша съемочная группа как раз застала момент ее появления на свет. Все роды проходят под чутким руководством врачей и акушерок. Но заботой и комфортом роженец окружают еще задолго до заветного дня. За месяцы беременности роддом становится родным. Это заметно даже с первого взгляда. Бывал во многих клиниках России, но в родильном доме я впервые. Посмотрев родильный дом, я понял, что здесь замечательное отношение к пациенткам. Все очень красиво, чисто. Подготовлены соответствующие места отдыха для пациентов с родственниками. Больница оставила у меня очень хорошее впечатление. Международное сотрудничество – это шаг вперед для медицины обеих сторон, но в первую очередь преимущество для самих пациенток. Ведь главное не то, чьи методики используют зарубежные или отечественные. Важно, что они помогут семьям любой страны стать счастливее. Наталья Ладудько, Вячеслав Петров, новости на восьмом. Правила дорожного движения существенно поменяют. Перемены коснутся скорости. Министерство внутренних дел уже объявило о масштабных изменениях. Так, на магистралях предлагают повысить планку для мотоциклистов с 90 до 110 км в час. Водителям авто со стажем менее 2 лет запретят разгоняться более 70 км в час. Кроме того, в правила дорожного движения ведут термин «школьный автобус», который сможет двигаться по полосам для маршруток. Проекты в настоящее время проходят процедуру общественного обсуждения. К слову, теме безопасности пешеходов сотрудники Дальневосточной железной дороги вместе с полицейскими города посвятили викторину. Ее провели для учеников начальных классов одной из школ города в преддверии летних каникул. Специалисты отмечают, в процессе игры дети лучше усваивают технику безопасности, в отличие от обычной лекции. Алина Черненко посетила познавательное мероприятие. Большинство несчастных случаев происходят в основном во время летних каникул. И самая распространенная причина травматизма на железной дороге – это хождение по путям и переход их в неустановленных местах. Сотрудники РЖД и полиции совместно пытаются уберечь детей. Способы выбирают разные. Вторые классы в 63-й школе сегодня не А, Б и В, а паровозик, локомотив и машинисты. Три команды. Они готовы справиться с любым заданием в викторине «Безопасный поезд». Проводя профилактическую работу, мы ищем новые методы, всегда новые подходы к детям, чтобы им было более интересно, более познавательно, чтобы не просто слушать скучные лекции взрослых, да, а самим участвовать в этом процессе. Я думаю, так они больше познают.
Уровень детского травматизма с каждым годом снижается. Но отсутствие несчастных случаев еще не говорит о том, что дети не пытаются лазать по цистернам или под поездами. Просто эти попытки вовремя пресекаются. Мероприятие просто необходимо проводить, особенно в преддверии летних каникул. Считаю, что будет не лишним напомнить и еще раз вспомнить о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Второклассники ответили на все вопросы, спели песню, переоделись на скорость форму и нарисовали паровоз. А поддержка одноклассников только подогрела соревновательный дух. Но по оценкам жюри, с заданиями лучше всего справились машинисты. Нам еще на уроках все время, каждый день объясняли, как правила дорожного движения, знаки показывали, когда можно ходить, когда нельзя, где, в установленных местах. И поэтому победа. Мы будем отдыхать, но не забывать про правила. Будем осторожно ездить на электричках. Например, к бабушке в гости. Железная дорога для всех, а для детей особенно зона повышенной опасности. Именно она, как ни странно, привлекает их для прогулок и забав. Поэтому в дни школьных каникул уберечь детей смогут уже только родители. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. А сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Плавающий график ярмарок на центральной площади Владивостока. Еще расскажем о приморских автогонщиках, которые успешно выступают не только на внутренней арене. И подведем итог бесплатного голосования. Сегодня нам интересно, а вы отдыхаете в Приморье? Плавающий график ярмарок на центральной площади Владивостока. Еще расскажем о приморских автогонщиках, которые успешно выступают не только на внутренней арене. С вами по-прежнему я, Павел Унучек, и мы продолжаем выпуск. В Приморье появится крупнейший авиалайнер в мире. Речь идет о самом большом пассажирском самолете Airbus A380. По словам руководителей региона, авиалайнер начнет полеты из аэропорта Владивостока уже летом. Необходимая инфраструктура для этого есть. Вместимость воздушного судна более 800 пассажиров, но его основная особенность заключается в том, что лайнер двухэтажный и оснастили его двумя полноразмерными палубами по длине всего фюзеляжа. Максимальная дальность полета 15 тысяч километров. Как отмечают специалисты, борт весьма экономичный. Напомню, что выпускает Airbus A380 уже 10 лет. Коммерческие рейсы по всему миру он выполняет с 2007 года. Летнему отдыху мы посвятили бесплатное голосование. Чем ближе сезон отпусков, тем сильнее хочется забросить дела и уехать на отдых. Но не всем по карману заграница. Причина – финансовая нестабильность в стране. Сейчас туры в Азию или Европу обойдутся в полтора раза дороже, чем в прошлом году. Поэтому многие приморцы обратят внимание на местные красоты. Именно поэтому нам интересно, а вы отдыхаете в Приморье? Если вы патриот, который изучает родной край, набирайте 249-8806. Для тех, кого кризис не затронул, есть номер 249-8807. В конце выпуска подведем итог. А сейчас узнаем, как на этот вопрос ответили горожане. В Приморском крае предпочитаю отдыхать. А где и почему? У нас домик есть в деревне, и там очень и очень замечательно. То есть мне не надо никуда ехать. Здесь недалеко, в Раздоле. На Приморске. Но вообще я собираюсь в Крым. Ну, на следующее лето. Посмотреть надо. В Приморском крае у нас хорошо, красиво. Где отдыхаете? Летом в Триозёре ездим, на море, конечно. На Русском острове. Красиво вообще, просто волшебное место. Везде, да? Да. В Приморском, мы с Гамова. Только там? Да. В этом году только в Приморском крае. Сразу в двух районах Владивостока сотрудники Россельхознадзора нашли опасные морепродукты. В частности, на Фадеевской базе задержали полтонны красной икры. Всю продукцию хранили в рефрижераторном контейнере, при этом хозяин его тщательно прятал. Тем не менее, лабораторный анализ показал, что допустимый уровень содержания бактерий превышает нормы в 260 раз, а плесени – в 75. А вот в торговом центре на улице Русской специалисты обнаружили просроченную креветку. На упаковке деликатеса не было маркировки производителя и даты изготовления. Зато внутри нашли кишечную палочку. Удивительно, но часть товара владелец успел распродать. В обоих случаях завели административные дела. Однако в городе есть и положительные примеры реализации продуктов. Например, ярмарки, которые вернули в краевой центр. Сегодня на центральной площади города порядка 300 производителей вновь отпускают свою продукцию без посредников. Здесь все от меда до мясных деликатесов. Напомню, после майских праздников ярмарки возобновили, но перемены в графике все же будут. Точное расписание у Анны Бережной.
Традиционно общегородская ярмарка разворачивается на центральной площади в выходные дни. На этот раз ее принесли на будни. Но, несмотря на это, желающих приобрести качественный и недорогой товар не убавилось. Овощи, мед, сладости, дикоросы, рыба и мясо. Покупателей здесь привлекает и ассортимент, и цена товара. Но самое главное то, что на ярмарке можно приобрести экологически чистые и полезные продукты. Это же наша, на нашей родной земле выросла продукция. Выращиваем мы ее сами, то есть привозим ее в соответствии со всеми вот этими ценами. Ну и наши сельчане, допустим, от того, что мы произвели, мы получили какую-то работу. А вот и мед. В каждом ряду по несколько пчелиных точек из разных районов края. Его местные пчеловоды производят с душой, а главное, без всяких вредных добавок. Каждый может попробовать и выбрать свой. Здесь найдется сорт на любой вкус. У нас в Приморье мед натуральный, целебный. У нас в Приморье растут очень много лекарственных трав, растений, деревьев. Нигде такого меда нет, как у нас в Приморье. Эти покупатели выстроились за помидорами, огурцами и зеленью. Такой ажиотаж овощная точка вызвала неспроста. У продавцов-дачников горожане товар разбирают на ура. Эти рынки очень удобны, потому что, во-первых, разнообразие ассортимента. Можно и по цене как-то иногда договориться, как бы так. Вот. И очень широкий выбор, и своя продукция приморская много, это очень важно, приморская продукция вместо Китая. Ну, во-первых, практически на одном месте большой выбор, во-вторых, цена. Покупатели постарше на ярмарку приходят чаще, чем молодежь, ведь для них разница в цене даже на пару рублей уже экономия. К слову, цены здесь разнятся от продавца к продавцу. А пока есть конкуренция, есть и стимул стремиться к лучшей цене и качеству. Ярмарка на площади продолжит работу и завтра с 9 утра до 6 вечера. А в предстоящую пятницу и субботу она будет закрыта из-за проведения массовых мероприятий. Анна Бережная, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом. Спонсор рубрики «Ресторан-пивоварня Пауллайнер». И теперь немного о спорте. Приморский гонщик Марк Шульжицкий успешно выступил на первом этапе престижной гонки «24 часа Лиман». Гонка прошла в Италии. Наш земляк вместе с британцем Алексом Кравином занял третье место. Отмечу, что в квалификации Марк показал второе время, отставание от лидера всего полсекунды. Тем временем приморские пилоты стали лучшими на втором этапе РДС «Восток-2015». Заезды провели в Хабаровске. Победу нашей команде принесли Тицуя Хибина, Олег Денисевич и Константин Овшаров. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Пляжи Владивостока готовят к лету. В том, что оно будет жарким как минимум в переносном смысле, убеждены многие. Все-таки в пользу местного отдыха говорит экономическая нестабильность в стране. Южнокорейские акушеры обучают приморских коллег. Специалисты договорились об обмене опытом. И эта мера скорее необходимость. Ведь после лечения за границей жительницам краевого центра уже необходима реабилитация дома. Теме безопасности пешеходов сотрудники Дальневосточной железной дороги вместе с полицейскими города посвятили викторину. Ее провели для учеников начальных классов одной из школ города в преддверии летних каникул. В краевой центр вернули ярмарки. Порядка 300 производителей вновь отпускают свою продукцию без посредников. После майских праздников ярмарки возобновили, но перемены в графике все же будут. И подведем итог бесплатного голосования. Напомню, сегодня нам интересно, а вы отдыхаете в Приморье? А сейчас я останавливаю голосование. Итак, результаты бесплатного голосования на ваших экранах. В свете грядущего сезона отпусков и экономической нестабильности в стране нам интересно, а вы отдыхаете в Приморье? Кризис в разной степени, но точно коснулся каждого, из-за чего мы корректируем планы на летний отдых. Одни вовсе отказываются от туров за рубеж, другие вряд ли, но все же ищут заграничные направления подешевле. Так или иначе, это уже произошло. Если есть что добавить, пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях или звоните номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное Владивосток. Школьники города познают лапту. Игра, между прочим, народная, но временно забытая. Сейчас этот пробел восполняют в краевом центре. Регулярно проводят мастер-классы. По сути, лапта – прямой родственник бейсбола. И убедимся в этом в рубрике «Без комментариев» далее. Сразу после – подробный прогноз погоды. А с вами был я, Павел Унучик. До встречи на восьмом.
Терапия, кардиология, офтальмология. В медицинском центре «Санас». 242-49-14. И качественное лечение герпеса, псориаза, бородавок, грибка и заболеваний, передающихся половым путем, реально. В этом вам помогут врачи-дерматовенерологи медицинского центра «Санас». Телефон 242-98-70.